Всем привет! Мы с вами находимся в творческой лаборатории президентского физико-математического лицея 239, в котором я, Меликов Сергей Алексеевич, и мои ученики занимаемся изучением робототехники в направлении творческое проектирование на базе микроконтроллеров Arduino. В кружке творческое проектирование, как вы уже поняли из названия, мы занимаемся разработкой различных интересных робототехнических проектов. А в этом кружке мы поддерживаемся правила, что обязательной частью проекта должно быть электроника, механика и программирование, как основополагающие понятия робот. Проекты, разрабатываемые в нашем кружке, участвуют в различных тематических мероприятиях из различных сфер – наука, сельское хозяйство, аквароботы, космические системы и другие. Также ребята учатся правильно писать сопроводительную документацию к своим проектам, чтобы участвовать с ними в соревнованиях. Ведь от грамотного описания документации проекта зависит конечный результат. Нужно уметь правильно преподносить свои проекты публике, а также уметь анализировать ошибки и накапливать полезный опыт, который в последующем пригодится для усложнения проектов и их доработок. Проекты, которые разрабатывают ребята, создаются на лазерных станках. Используются 3D-принтеры для того, чтобы вырезать какие-то пластиковые элементы. Также мы используем какие-то отчасти готовые элементы и полностью их переделываем под свои проекты. Что касается сопроводительной документации, то ребята, когда придумывают свои проекты, они учатся их зарисовывать, придумывают их названия, описания, то есть реализуют свои идеи, так скажем, материализуют их на бумажке. В красивом виде, расписанном по шагам, и чтобы мы понимали, где и что необходимо для реализации этого проекта. В течение года ученики кружка принимают активное участие в различных научных конференциях, выставках и соревнованиях. Делятся своим опытом с другими ребятами, учатся работать в команде, распределяя роли и задачи, демонстрируют свой опыт и навыки широкой публике. Итак, чтобы попасть в наш кружок, вам необходимо пройти по этой ссылке, или сканировать QR-код, зарегистрировать свою учетную запись ученика на сайте RoboFinist, заполнить анкету в кружок группа 374TP и прикрепить к ней все необходимые согласия. Ждем вас в нашем кружке!